Итак, разговор о перчатках Майкла Джексона, а генеральный спонсор показа Никита Сергеевич. Вот родственники, значит, Гадотыша спят в повалку с дороги, покушали, напились, отдыхают. И, значит, это семейная пара, не надо думать ничего плохого. Привезли Гадотышу в подарок перчатки Майкла Джексона. Сейчас разговаривал я с мотодвором Дениса, с самим Денисом. Он сейчас занимался изготовлением отвала, ну, отвал так называется, лопатой снегоочистительной для моего мотоблока МТЗ-06. И, значит, Денис выдвинул версию, что родственники приехали с Узбекистана. То есть вот это вот изделие, перчатки ХБ. То есть есть такая версия, что они из хлопка. Но я думаю, что перчатки Майкла Джексона, где-то они тут были, были и ушли. Ну ладно, раз они были и ушли, тоже были из шерсти чеширского кота. То есть чисто шерстяные. Вот такая версия у нас, гипотеза. Может, у кого есть другие версии. Кстати, вот те, кто не знает, что есть такие автомобили Saab. И, значит, в Saab'ах, как в обычных автомобилях, например, самая крутая обшивка, обивка сидений, это, ну, кожа. Там телячья, свинячья или поросячья там какая-то. А в Saab'е самой крутой обивкой салона, ну, то есть сидений, является шерстяная обивка. То есть это топ-комплектация, не кожа, а именно шерстяное покрытие. Вот такая история. Всем спасибо, всем пока.